Привет, друзья! Сегодня я хотела бы с вами поговорить вот на такую серьезную тему. В последнее время участились преступления, связанные с домашним насилием. Происходит это, на мой взгляд, потому что у нас совершенно не действует закон в этой части. Более того, несколько лет тому назад был принят чудовищный совершенно закон о декриминализации домашнего насилия. Что это означает? Это означает, если преступление совершено внутри семьи, оно приравнивается к административному нарушению. Представляете? Конечно, с этим надо что-то делать. Мы не можем жить, как в Средневековье, где главенствует домострой. Конечно, мы должны принимать законы, которые действуют во всех цивилизованных странах. И мы очень надеемся, что Государственная Дума в самое ближайшее время рассмотрит этот новый закон, который будет по-настоящему работать. Хотя, представляете, есть и противники этого закона. Мне казалось, что так все очевидно, просто. Есть самые уязвимые части населения – это дети, старики, женщины. Их нужно защищать. Нет, оказывается, есть группа псевдоправославных активистов, которые говорят, что будут нарушены устои семьи, ну, которые, наверное, в их представлении укладываются в формулировку «бьет, значит, любит». Так вот, мне кажется, что объединившись, вот просто все разумные люди, друзья мои, мы можем повлиять на ситуацию. Мы сможем пролоббировать этот закон. Что каждый из вас может сделать? Во-первых, можно подписать петицию. Ссылка на нее будет в шапке моего профиля. И просто можете на своей странице рассказать, почему вы считаете этот закон необходимым. Так что, друзья, я верю. Вместе мы сила.